Здравствуйте, я рад, что вы пришли. Но я злой, блин, сейчас обрисую ситуацию, смотри. Я начал тут, короче, проходить, вам записывать вот эту вот серию. Дошел вот сюда, и знаешь что? У меня на этом все закончилось. Я не знаю, может, вы мне сейчас что-нибудь подскажете, там, вы со многим сталкивались, вы бывалые, и вы знаете, как решать проблемы, но у меня она такая, смотри. Уровень предполагает нажимание кнопки, чтобы открыть дверь. Я даже построил машину, но... Ты видишь, да? Толкну машину. А кнопки нет, я загуглил, проверил. Тут должна быть кнопка, кнопки нет, я не могу открыть дверь. У меня все прохождение застыло. Я огорчился, я удалил все эти... Что наснимал видео. Короче, сегодня мы с вами сюда не идем. Сегодня мы с вами другую полоску будем заполнять. Если знаете, как это решается, если знаете, что это за проблема, пожалуйста, опишите, расскажите. Буду рад, что мы сможем все-таки ту полоску закончить. Короче, тогда мы с вами идем вот сюда, заполнять уже вторую полоску новой страницы, второй вот этой вот главы. Итак, я не помню, с чем это у нас было связано, но у нас есть наши лебедки. Что у нас имеется? У нас имеется сундук, который надо взять. Нам надо за 8 секунд пройти уровень. Это понятно, это мы сейчас будем Тарзани, спайдерменить и всякой вот этой вот хренью заниматься. Строим какую-нибудь машину. Я не знаю, наверное, примитивную. Наверное, не здесь, а вот здесь, потому что надо вот так. Что-нибудь вот так вот мы наверх вот так вот направим, да? Ну да, почему нет? В принципе, так можно. Давай тогда стой. Давай обратно тогда вперед. Нюшу сажаем. Или ее надо назад посадить. Спереди назад посадим Нюшу. Нюша в небронированном, экологически чистом квадрате у нас будет сидеть. Блин, как так это вот? Я не люблю, когда такие баги есть. Мы зацепимся вот этой фигней. Не так. Теперь нужно отрастить еще прямые руки. Цепляемся вот этой фигней, отпускаем и летим на финиш. Надо успеть вовремя. И у нас должно быть 3 звезды с первого раза сразу. Ну, как обычно, первый уровень мы всегда его пролетаем, так, а потом начинаем застревать где-то. Блин, уже поздно, а. У меня все графики у меня сместились, блин. Так. А здесь у нас что? Собрать сундук, за 6 секунд проехать. Где сундук? Сундук где? Где сундук? Не вижу. Вон он, сундук наверху, сзади он у нас. Так, строим стандартный наш тип техники. Ставим на колеса, сажаем. Блин, давай, сейчас сделаю видео. Сейчас за 8 минут все сделаю. Блин, нифига ничего не сделаю. Мы вот так вот... это куда сейчас у нас выстрелить? Если мы вот так... Сломал Нюшу, нахрен. Стой, а вы не могли бы понежнее это делать, а? Не понял, Нюша, ты что отваливаешься? Надо какую-то машину Нюшу поскромнее сделать, потому что... Я сейчас буду джедаить, смотри. Я сейчас буду вот так вот ставить и буду ловить, пока она будет падать, чтобы она своевременно попала вот в эту вот штуку. Подожди, сейчас будет. Сейчас я помучаюсь, но я сделаю. Оп, мимо. Оп, почти в сундук. Кошкой можно в сундук попасть и не обязательно туда залазить вовсе. Да, почему-то я ее кошкой называю так. Оп. А спереди это ящик, у меня еще тут ящик, уйди отсюда. Так, давай. Оп. Близко, надо нужный. Все. А теперь стой, как дурак. Если это сделать понежней. Вот так вот. Вот. А теперь... Это я хотел череп взять, но череп мы сегодня не берем. Почему я продолжаю настаивать на этом способе? Он же не рабочий. Нет, смотри, сейчас поедет. А потом мы в другую сторону просто пушку направим, и мы сделаем 3 звезды все равно. Нам теперь надо очень быстро сделать то же самое. Скорее всего, нам надо вот эту вот штуку куда-то перецепить. И мы туда... У меня, понимаешь, настрой, у меня такое послевкусие после того, что вот... Ну, сам понимаешь, да? Так, машину строим в другую сторону. Вот это вот направляем вот сюда, двигаем вот туда. И тоже ждем, пока упадет, а потом так, оп, и отпускаем. Вообще ее как бы... Ее можно вверх закинуть. А можно не закидывать ее. Чё ты так ныряешь? Давай вот так. Она ныряет сильно. Во. Смотри, и успеет. Доедет. Я даже не использовал верхнюю площадку. Ну, там торты, да, были? Нахрен нам какие-то торты, мы все равно... Я за 8 секунд, минут сейчас, наверное, успею.
Ух, третий уровень. Так, у нас вверху опять череп в шапке. Черепов много развелось. Внизу ямка. И вверху вот эта штука. Это то есть нам надо подъехать, подпрыгнуть, перелететь, соскочить. Ну, короче, тут надо нам сейчас тарзанить, спайдерменить. У нас еще есть ведущее колесо. У нас есть железное для прочности. Или нет? Или вот так вот взять штуку, повернуть вон туда. Упала. Поехали. Нюша-то у нас, она же не такая крутая, каким бы мог быть крутым мотор. И тем не менее, ты посмотри, что происходит. Сейчас мы еще уровень выиграем, как надо. Скотина! Я продолжаю настаивать на полезности вот этого типа техники. Сейчас мы спустимся вниз аккуратно. Вот так вот, смотри. Оп. Оп. Вот потом мы зацепимся. Ты что делаешь? Это... Ты видел? Это даже геометрически было неверно. Подъедем, аккуратно туда спустимся. Ну, через сальто, естественно. Через сальто, да. Оп, встали. Что такое? Вот. На колеса встали, поехали, финишировали. Еще один сундук надо. Еще один. Кабы. Не успел, короче, за 8 минут. Блин, все. Опять мои планы второй раз за день сломались. Ладно. Все-таки, как мы будем преодолевать... Вот. Ну, вот так вот мы очень точно можем настроить машину. Но машина у нас хрупкая. А, стой. Давай мотор сюда еще поставим. Ну вот. А то она как это, как калека. Оп! Сейчас сломается. Нет, не сломалась. Оп. Давай, скользи, катись. Скользи, катись. Ну что-нибудь делай. Ты скать. Смотри, он шевелит вот этим движением. Сейчас он до спуска доедет. Я понимаю, что это не очень практичный метод. Но я хотел подольше понаходиться в этом уровне. Да, да, да. Ты смотри, 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 получается. Я еще на колеса встану. Вот. 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 Давай, крутись, крутись, толкай, толкай. Чем выше поднимемся... Что-то у меня так долго... А что не крутится колесо? Колесо же крутиться должно, оно не крутится. Сейчас все будет. Сейчас мы подъедем. Зацепимся. Легкую вот такую... Даже сальтушку не крутанул. Вот, поедем вниз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, опасно, экстремально, стой. Вот так. Действия были продуманы, то есть я выстрелил прям туда, куда хотел. Я очень точно прицелился и попал, и я выполнил эту задачу. Так, у нас это уже четвертый уже, да? Да, у нас, смотри, нам надо собрать сундук, проехать за 8 секунд. 8 секунд это вот здесь. Подняться на... И здесь, и можно сюда поднять, а отсюда под... О-о-о. Короче, делать будем так. Мы построим машину. Поставим ее вот так вот на колеса. Посадим сюда Нюшу. Поставим сюда движок. Один, два движка можно ставить. Поставим пушку вот сюда. Мы ее повернем вперед. Понял? Мы вот так вот... Опа! Наверх... Машину купил, руки прямой не купил. Надо все делать единовременно. Подняли, бросили, включили движок, поехали. Газуем, 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 газуем. Не совсем. Два движка у нас есть. Так, это мы сейчас что сделаем? Это я сейчас на какой вариант прохождения вообще иду? А, это я иду на то, чтобы взять сундук. Надо другую какую-то конструкцию, чтобы финишировать за короткое время. Давай, поднимаемся. Трясется, видишь, протектор какой у меня цветочный, ярко-цветочный протектор у меня. Перепрыгнешь вот? Вот молодец, молодец, хорошо перепрыгнул. Теперь надо как-то нам проехать за 8 секунд. Для этого мы должны использовать... Для этого мы должны использовать два движка, допрыгнуть наверх и быстро проехать. Так а чем... Я не понимаю. Смотри, пляем. Оп. И отцеплять-то тоже надо-то, а? Вот, цепляем. Опа, отцепляем. Поехали. Газуй, 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 газуй. Медленно газует. Он дергается весь, как сумасшедший. А как?
Как бы тебя-то такого одолеть-то? Но одна, если будет колесо у нас, это будет мало. Я переживаю, что будет мало. Ну-ка, давай. Оп, газуем, отпускаем. Цепляем, газуем, отпускаем. Поехали. Я думал, она будет полегче, и типа я быстрее доеду. А я быстрее доехал. Так, раз, два, опа. Все, поехал, погнал. Сейчас еще быстрее получилось, по идее. Тормози. А как за тормозов-то нету машины? Я успел, все. Да. Это что получается? Все, я прошел. Да, нам осталось собрать. Кепка будет? Кепку осталось забрать, и все. Так, уже вижу взрывчатку, вижу кепку, вижу подарок, и сейчас что-то... У нас всего лишь хрюшка, у нас вот такая штучка и вот такая штучка, больше у нас ни хрена нету. Надо не разбиться. Это мне надо как-то так тарзанить, чтобы не упасть и взять вот этот... Ё-моё, что же вы за садисты-то такие? Вы когда перестанете надо мной издеваться-то, а? Когда... Оп. А как я могу не сломаться? Извините меня, пожалуйста. Я могу, знаешь, что сделать? Я могу свинью бросить, и пусть она катится. Она эти бомбы сама там, короче, взорвется сейчас по дороге. Она и сундук возьмет, она и докатится. И я машину же не сломаю. Или сломанная свинья тоже считается как сломанная машина. Надеюсь, что нет. Но сейчас много раз ей придется вернуться назад, и все это будет, скорее всего, напрасно. Если она... А, она застрянет, скотина. То есть ты хочешь, не хочешь, нам придется заниматься вот этим? А как? Я не очень хорошо... Вот! А если я клей заюзаю, чё нет? Дай заюзаю, ну нельзя что ли мне клей юзать на самом деле? Смотри, целая Нюша. А клей одноразовый, блин. Вот кегли, а. Моя ошибка в том, что я пытаюсь сделать все одновременно. А не надо делать одновременно. Моя ошибка в том, что я пытаюсь сделать два действия одновременно. А не надо действия делать одновременно. Делайте по отдельности. Пройди сперва одну звезду. Правильно? Склеем прошел. Склеем уже все. Уже читерю. Меня сегодня игра расстроила. Имею право, между прочим. Так, а теперь нам надо всего лишь собрать... сундук вот этот вот. Ящик. Все, а дальше катись как хочешь. Сейчас тебя они пнут. И она финиширует. Давай, докатишься. Вот так вот, ребята, я сегодня злой на них, на разработчиков, за то, что они багнули мне игру. Вот, и поэтому мы сегодня так скоропостижно закончим, но мы полоску-то прошли. Это самое главное, у нас полоска новая пройдена. Да, за 8 минут не уложился, не получается у меня, короче, делать шортов 8-минутных. Но свинью вот эту главную укормим. Вот, а да, я увеличиваюсь. А вам спасибо, что пришли. Только знали ли знаки внимания. Посочувствовали, наконец, нам с вами всем вместе. Написали комментарии. Лайки куда надо поставили. Что там еще? Ну и еще что-нибудь посмотреть. Там на канале столько всего уже. Я руками много вам перед камерой машу. Это дурной тон, между прочим. Все. Все, что я сказал. И я пошел. До скорого.